Салам алейкум, всем привет, дорогие друзья. Так, сегодня я в другом боксе, где есть подъемник, в общем. Хочу поделиться еще одним секретом небольшим. Ну, вернее, информацией, да. В общем, приехала такая машина сегодня на диагностику. В ней, в общем, показывают, что, ну, 4 привода, да. Задний ведущий, допустим, передний, чтобы подключать, нажимаем 4, чтобы ведущие шли. У нее не идет, и на приборе, в общем, не стирается знак. Выдала ошибку P1850. Это связано с 4 ведущими. Сейчас я покажу знак. Сейчас я покажу машину сначала. Здесь солнце отсвечивает. Вот. Это машина Ssangyong, корейская. Так, друзья, Ssangyong Aktion называется машина. Вот, Aktion. А, здесь пишется, вот видите, да? В общем, ее я диагностировал. Проблема, в общем, такая была. Ну, тут и инжектор горел. А горел он в связи с воздухоочистителем. Сейчас я минутку зайду. Так. Вот, видите здесь? Вот это вот именно знак. Сейчас фокус настроится. Вот. Привод 4 ведущих, да? Вот эта ошибка не стирается. А чек, все остальное стерлось. В общем, начал искать я. Искал. И сейчас я покажу, в чем была проблема. Потому что думаю, что владельцев, даже в Ютубе я смотрел, вернее, не в Ютубе, а в этом, как его? Ну, в этих, в клубах, да? По этим машинам. Так, сейчас минутку я капот вот так вот сделаю. Поставлю. Я интересовался этим кодом. Ну, мне компьютер выдал код, что проблема именно вот ведущих, да, этих. Хотел удостовериться. Все пишут, что проводки бывает, в шнурах, там, в сенсорах бывает проблема. Но я все проверил от и до, в проводке все было нормально, ребята. Если у кого будет такая же ошибка, если с проводкой не получится ничего, что делать, я сейчас попозже скажу вам. А сейчас немного о машине хочу дать информацию. Эта машина корейская. Но, друзья, корейская, но здесь все запчасти от Mercedes-Benz. Вот, могу на мотор перевести, показать. Смотрите. Вот. Mercedes-Benz AG, да? Это означает, что, ну, знак Кореи. Они, в общем, выкупили все запчасти, вот эти вот, заказали, да? Как, вот, мне, как я получил информацию, вот. И просто вот кузов сделали. И в этот кузов... Все от Мерседеса поставили. Ничего, машина нормальная такая. А теперь скажу, в чем проблема. Владельцы. В общем, разобрал здесь колесо я. Снял. Так. Ну и АБС тоже из-за этого горит у нее. Вот. Ионная запчасть вот эта вот. Вот именно находится здесь вот. И вся проблема в этом вот, друзья. Если в шнурах все нормально, в проводке проблем нету. Как ее проверять, сейчас тоже покажу вам. Так, здесь красот наш Мерседес разбирает, в общем. Пляма, что моя ляпа, ничего старым, да? Когда ж пляма ему царь, да? Пляма, царь. Я попросил, чтобы помогли. В общем, смотрите, вот эта запчасть. Проблема, видите, не держит, да? Вот здесь сальник есть. И вот этот вот сальник портится. Туда нужно кольцо вставлять. Наоборот. Так, в общем, проблема, смотрите, видите, здесь два шланга проходит. И вот смотрите. Вот смотрите, видите? Видите, держит. Отпускаю, выходит. Вот еще раз. Вот. Сальник, когда протяну, не держит, он так стоять не будет. Вот смотрите. Хоп. О, видите? И вот это вот я здесь зажимаю, и вакуум его держит. В общем, проблема в этом, друзья. Проблема в этом, Сол. Проблема была в этом, так что кто владеет этой машиной, может, ну, как сказать, использовать этот метод тоже. Если со шнурами все нормально. А здесь вот новую машину пригнал друг наш, тоже с Грузии, с Рустави. Вот такая, зарисую. Mercedes S-класс,
Какой год Ильинец Аде? 99, 99 год, но зверь. Зверь, можете заценить. О, 99 год и номер 99, видите? Сейчас проверяем, смотрим, есть ли проблемы. А, вот такой вот он, на кабана похож. Мерседесы кабаны были, помните, да? О, здоровый аппарат. В общем, приехала эта машина с Рустави. Сейчас будем пробивать, что к чему. Вот такой вот салон. О, Мерседес, есть Мерседес. Вот, ребята, поделился тоже этим видео. Ну, думаю, что будет, опять же, полезная информация. Султан на связи. Ассаламу алейкум, султан.